Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня мы играем в какой-то необычный симулятор футбола. Вот, давайте, запустите ленивую панду рядом с вражеской целью. О. А теперь пусть верный пес передаст мяч ленивой панде. Так, бамс, бамс, ух ты. Прекрасно. Запустите мистера Пламя против вражеской ленивой панды. Ух ты. Дайте панду еще раз, и не закончится выносливость. Бамс. Все. Чудесно. Забейте еще один гол, чтобы выиграть матч. Баунс. Тут была музыка просто. Так, вы получили награду, откройте ее. А, зачем мне эта награда? Забирайте ее. Мы получили. Ладно. А, ладно, давай попробуем открыть. Открыть. Так, новый Магнитогорск, новый Рамблик. Добавьте его в свою команду. Окей, хорошо, назад. А, туда. Новый Рамблик, использовать. Рассмотрим его способности поближе. Притягивает Рамблик соперника на расстоянии. Все понятно. Вы готовы к следующему матчу? Давай посмотрим играть. Можно ли оттянуть вратаря с помощью... Опа. А, прикольно. Теперь забейте гол ленивой пандой. Бамс. Гол. Восхитительно. А, из пушки можно выстрелить... Всю арену с центра поля попробуем. Бамс. 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 И чё, он убьёт что-то? А если противник занимает сильную позицию, используя ярость быка. Гол. На использование равных тратит синергию. Со временем она восстанавливается. Забей еще два гола, чтобы выиграть. Чего? Ууу, гол! Давай, сучка. Гол! Я даже не вижу, как они стреляют. Играть. Открыть. Давай-ка. Можно даже панду улучшить. Новый Рамблик. Добавь его в свою команду. Пользовать. Ваших Рамблик можно повышать. Повышение. Ленивую панду до двух перевысили. Ваша команда укомплектована. Проверьте ее в деле. Окей, хорошо. Играть. Давай посмотрим. Бык. Ох, теперь забейте противника еще два гола. Окей, хорошо. Нифига себе. Душ. Прям зашибись. Ленивая панда. Бамс. Ух, прям хорош был. Давай, давай. Ленивый панда, это, короче, она вообще не двигается. Бык. Давай, давай, давай. Ух ты, блин, было, кстати, жестко. Ленивый панда
Бамс! Еще одна блестящая награда. 3 часа открыть. Ну, мы типа за деньги. Как вас зовут? Меня зовут Швилл Дэвид. Окей, найти новых рамблеров. Ну, давай, сейчас откроем быстренько. Ух ты, лучше мы это. Режущий тигр. Теперь можно режущий тигр. Повышение. Это тоже повышение. Фух. Все, изи, ребят. Доступно новое предложение. Ну, как обычно. Ну, бесплатно точно взять. В любом возьмем. Играть. Так, ребят, давайте. Уху! Ух ты! Ленивый панда, она, короче, ей пас дает всегда, я так понял. Ох ты, хорош. Ух ты. О, тут, кстати, волк нормальный такой. Давай-ка. Давай. Они там что делать-то будут? Бля, давай, давай. А, нет. Давай, 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 давай. О. Да, да. А, он пас только дает, что? Ух ты, давай-ка, давай, во! А! Воу! Блин, кому-нибудь пас, он только пасы дает. Блин, я в свой воздух. Он только пас, я так понял, дает, да? Давай-ка, давай-ка. Давай, 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 бамс. Дан, гол. Yes. Мы это сделали, надели платье белое. Че, нельзя, да, открыть? Давай, сейчас. Ладно. О, сундучок еще один откроем. Ух ты, бык. Новый герой. Краткий. Кстати, уберут. Знаешь кого? Вот этого использовать. И вместо вот этого, типа, нужен. Повышение 5. Бык тоже, кстати, какой-то дерьмовский. Кинул эту. Гол! Вот этот чувак нормальный. Нахуй быка вообще. Блять. Хуяся. А, блять. Сука, а где у нас вратарь? А, все. Давай, давай. Ух ты. Да что-то я не пойму. Так.
Бля, два гола занес, сучка. Сука! Давай, давай, давай. Давай. Ух ты. О, хорош. Да. Победа. Три, я вытащил. Катку. Отпереть нужно еще ту. Не, я вытащил нормальную каточку. Я так сказал, я не ожидал, что я вытащу ее. А, мне волк нравится. Волк вообще жесткий. Он прям так. Так, давай-ка нахер сделаем. Блять, ладно. Бам! А, сука! Блять. Блять, давай-ка. Так он и будет бегать, кстати, собака. Так, давай-ка. Стукает хуёво. Бамс, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Блять, почти. Давай, давай, давай. Вот, панди и нет. Ох, двоим. Да! Ух ты, блядь, он тут нахуярит. Осталось 30 секунд. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, гол! Все, ГГ. Не, прикольно сделал. Мне нравится такой необычный футбол. О, на 8, отпереть на 8 аж часов. Ну, вот такие вот здесь игроки, ну, вот, точнее, игры. Вот ты типа открываешь новые карты, здесь они, их тоже немало. И потом соображаешь, кто как лучше будет в твоей коллекции выглядеть. И играешь, выигрываешь всех. На этом все, с вами был Шевиля, до новых встреч. Покедова.